שלום לכם, רשם הלכות, ספירת העומר, יצאון שדברי תורה לנשמת כל הנמצא ממיכל מר מרדכי בן תמר, מר משה בן בחשנדה, מיכל הכהן בן אהרון, להצלחת המסר, רפואת המסר, רפואה שמח, אסתר בת תמר, הרבקה בצרה, מסגדה לפשירה שתו הביצ'ו וספרדים, שתו מי נסטריגיום סי נברואים סי, ס פוסט יפלודניה פרד פסחם, אי דו תרית שטוירות ודניה עומר. Есть обычай, что не стригутся и не броются все 49 дней. И так обычай мекубалим. Человек, у которого был такой обычай, и он хочет его поменять. Он не хочет больше не стричься, не бриться 49 дней, а хочет только 34. Он должен сделать атарадный дарим. Пойти к мудрецам, чтобы отпустили его обед. Если 33 день омера выпадает на пятницу, а 34 на шаббат, и нам сварадим можно бриться только на 34, говорит Алаха, в таком случае даже для сварадим можно побриться и постричься на 33 день в пятницу перед шаббатом. До 34 дня мы музыку не слушаем, музыку, в которой играют музыкальные инструменты, песни и так далее. Можно играть музыку и можно танцевать и делать пляски в том, что связано с мицвой. Например, Ахнасат Сефер Тора. Кто-то пожертвовал новую Сефер Тору в синагогу. Можно в честь этой мицвы ставить музыку даже до 33 дня умера. То также у человека, у которого родился сын, и он делает обрезание, или пидьон абен, он выкупает первенца у Когена, или закончили масехет, трактат Талмуда, и делают трапезу, или бармицва, у которого бармицва в тот день, когда он родился, точно попадает, и в этот день ему делают трапезу, можно играть музыку на таких мицват сугуда. Можно танцевать там тоже? Можно танцевать. Все, что связано с этой мицвой, можно делать. И мы закончим на том, что в эти дни можно говорить шейхиану на новый фрукт и на будние дни, и на шаббат. Баруха Дунайля Ола. Амин ве амин.